Он у тебя в упоре, да? Тройка в упоре, да. Как же меня везет. Да, они просто за мной бегут. Сейчас пора делать, да. Рокнул одного. Да, там фулка, братан. Выйду. А, за дерево. Да боже. Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Сегодня с Тессом поиграем в дуо против сквадов. Тебе желаю, как всегда, приятного просмотра, приятного аппетита, если кушаешь. Не забывай про лайк, подписочку, если не подписан, колокольчик прожимай, чтобы уведомления приходили. Напиши любые свои комментарии, все комментарии я читаю. Ну а теперь, поехали в игру. Так, с нами... Ой. Есть, есть. Ну, нормально. С нами чел прям падает. Что-то чел. Он, если не спать. У тебя же есть пушки? Ну да, если лайк хватит. На, возьми вектор скинул. Ты не в тот район зашел, братишка. Найс, они бегают. Понимаю, что происходит. Да я тоже. О, найс, королька. Это чел, чел. А как ты понял, что это чел? Он двигался. А, нормально. Идет. Да, слышу. Его нокнул. Я хилис. Бро, давай отойдем назад и через лево пройдем все-таки. По моей да. схеме. Через трекинпас сыграем все-таки. Сейчас. Все ящики пролутаны. Вон, они слева все файтятся. Вот сейчас можно поджаться вообще изи. Нокнул, добил. Хорош. Смотри, не торопись, не торопись. Да, я понял. Я вижу. Не зря я был в него, прикинь. Прям четко в него попал в голову. Тихо внутри нас. Да, слышу. Урезал. Взорвал чело на лестнице. А тот резает, да? А, вижу, вижу, да, вижу. Нет. Может добиться нас кого-то. Все, минус. Вот видишь, они не ожидали, что мы придем в спину, потому что сами оттуда пришли. Да, да, да. О, гроза. Пойдет. Тишина какая-то пока. Еще что. Еще три щела осталось у нас. А, у меня. Нокнул. Ой. Пипец. Вот это реакция. Да, вижу чела вот тут. Watch out. Это тип, который у меня костюм не давал, вроде. Он в кемпе, да? Или под забором? Кемп. Уже за да, кемпом слышу. Идет направо. Закинул куда-то рандомную. Нокнул. Давай сейчас ящики лутаем и... Go next. Давай. Вазик! Вазик приехал. Тут фулка приехала на вазике. Давай отходим, отходим. Назад. Я отхожу просто фул. Отойдем и через лево сейчас можем сыграть спокойно. Там слева еще где-то. Можем превратиться по углу. А, ну кстати, да. И в кемпе подождать тех, как думаешь.
убил какого-то щела сольника. Да, передо мной фулка бежит. Я отошел. Я тут подожду. Идет. Да, идет чел. Ты можешь собатить, я сзади буду. Сейчас он за лестницей в стол. Да, я понял, понял. Блин, на раскида нет. Я еще дальше отойду. Он у тебя в упоре, да? Тройка в упоре, да. Как же меня везет. Да, они просто за мной бегут. Тест пора делать, да. Хорош. Найс! Забаечно, ребят. А, еще тройка. Значит, еще один чел где-то остался. Возможно, их тиммейт. Ладно, короче, я вазик вызываю. Поехали, короче, отсюда. Сейчас, подожди, я вот этих... А, вот сзади чел. Его убьем? Он сзади нафатится. Кого там стреляет? Кого он там стреляет? А, подожди, там чел файтится между собой. Разные типы, они файтятся за зоной, прикинь. Да, тут РБшка стоит. Взорвал чела. Под тачкой. Там дальше чел еще один есть. Это он ползает. А, походу, все. О, у меня МГ-3-ха есть. Ну все. Это наша победная 100%. Такой сочный лут просто. Еще и по киллам нормально, в принципе. Чего сзади? Да ты издеваешься, никого не было. Это... А, это Кирисил здесь чел. Бот просто спалил. Да, его бот спалил. Кирисил и бот спалил. Лол. Так. Что-то бежит перед нами. Где? А, вижу. А это чел, прикинь. Куда? Ну, в сторону починок, наверное. Да, фатис на это, на церкви. Я вот тут стопну прям. Угу. Стой. Да, вижу чела. Блин, не смог добить. Дал каску на РБшке чела. Там тоже лох хп. Слева от церкви. А там тип ползает, надо добить. Где? Слева. Слева от церкви? Его добили уже. Я этот угрею. Он слева. Прям передо мной. Блин, я не заметил. Убил его. Пипец, у него МКшка и МГ-3-ха, чтобы ты понимал. Я балдею. Нарезал кичел на крыше. Ну, сейчас он сейчас типа прилетят. Он там поехал резать, сейчас два чела отрезается. Два либо три. Че, погнали? Погнали. Только куда погнали? Не знаю, куда-нибудь. Ну, резалку можно как-то расчекать, хз. Можем где-то здесь стопнуться, там ног дать. Давай на горку завезем. Либо на горку, да. РБшка слева или где? А, сзади, прям перед нами чел еще. Над нами чел. Ух, ема, тут вообще людей, тут над нами, да, там. Хз, сколько челов.
Да, слева, за камнем. Хрен её. Одну КП. Одного, одного. А, шар, шар летит прямо над нами. Блин, там его бессмысленно взрывать. Ну, клара. РБшка. Стоп, мой. Да, я понял. Блин, тупая позиция, я думаю, стоит отсюда свалить все-таки. Да, да, давай везем просто. Давай просто отойдем. Вот туда шар приземлился. Там чел бегает. Челы подошли. Ну-ка, хорош. Да, да. И там еще одна рыбашка подъехала. Он левее, что ли. Хорош. А, ты убил. Все, их, походу, двойка была. Блин, а я-то думал. Там Америка, не хочешь его забрать. Не, Америку не хочу. Я там, короче, ног дал. Там двойка или тройка, они по полю стреляли с починок. Хотя, блин, здесь МР-8Х. Не, наверное, не стоит. Да забери лучше. У меня сил. Окнул. Это отрезанный типо, которого мы убивали здесь. Еще может быть типо где-то. Офигелись. Нокнул там, хорош. Сейчас тачку закажу. Не, не стал мэрку брать, короче. Сэмочку погамать. Справа чел. Прям перед нами. Где-то лежит грибок. А, дверь. Да боже. Как же я его забатил. Еще чего назад. Еще что ли? Да, слушай. Да, да, да. Блин, на зон-то нет, братан. Это те самые типы. Справа входит, да. Хорош. А один за камнями, да, лежит где-то? Я хилась еще. Хрен. Да, он право обходит, я вижу его. Понял. Все, понял. Так, я захилил еще. Так, зона Ферри-Пири. Один из челов осталось. Ну, в принципе, терпимо живем. Можно разыграться. Слагало где-то люди. Ну лазик. Да. А, вижу, едет, да, параллельно. Там фулка, походу. Да, там фулка, братан. За нами едут. Выбил еще одного. Два нока. Че, поехали за ними? Они, походу, дальше уехали. Одно хп. Нокнул с деревом, нокнул. Все, там ласт чел остался. Все, минус. Хорош. Найс, фулочку разобрали. По мне стреляет откуда-то. С ВСС-ки где-то. Там далеко по полю, направо тачка едет. Я понял. По мне ВСС-ка стреляет отсюда где-то. Да-да, я понял. Или сзади это что-то, я понять не могу. Не, спереди где-то. Ну покажись ты, где ты. Да, ты понял, да? С той стороны где-то, да? Или нет? Откуда? Ну я сюда подошел, он по мне начал попадать. Он оттуда где-то. Ладно, у нас вазик есть, поехали. Все, на пушке сюда заедем. Тут люди где-то. Здесь?
Ну да, тачка ехала за зоной направо. Наверное, сюда заехали. Да не, вроде никого. Все, хотя бы можно похилиться. Можешь магазин, магаз поставить? Подожди, чего? Подожди. Подожди, выйдет. Лёг вот тут где-то, по-моему, за деревом. Он. А, вижу, вижу, он убегает. Одно хп, просто одна пулька. Бежал дальше. А я туда грею. Он дальше, дальше добежал. Он по праву бежит. За титькой. Убил его. Хорошо. Погнали, короче, нашу обратную позицию. Это магаз поставил. А, поставил уже, все, хорош. У меня семерки закончились, брони нет. Нормас. У нас вот где-то здесь сосны постреляли, я слышал, да? Надо найти еще ВССника вот этого. Но где-то нокается. Кемпе по-любому справа. Нокнул, добил. Возможно, слева вот здесь на дропе. Тоже как вариант, там же снайпы кто-то стрелял. А, вот баги стоит. Ты про нее, да, говоришь? Я кричал. Я не внутри туалета. Да, туалет. Да. Да. Мне по каске попали. Там три типа было, серьезно? Да. Они от этого типа закрыли вот это. Они смоки раскинули себе. За туалетом сейчас. Я даю на кого. Не залетит, конечно, нет. А, на танке, я фулл сейф, я не знаю, как он мне нокнул. Можешь поднимать. Главное, что не запушили. Еще где-то двойка, кстати, осторожно. Угу. Сидят. Ой, хорошо, у них там зоны, по-моему, нет даже. Есть. А, есть краеш. А, есть, есть, есть. Солдат. А, слева, слева где-то у нас упоре. А, ты прикинь. Хорошо. Баги сели. Ты баги выбил? Хорош. Все, за туалетом двойка едет, и зоник. Это тут твой сестер. Да. У него глушики были. Ну все, они не в зоне, им надо быть. Угу. Закинул МХЕ. А, сзади смоки у нас, слышишь? Смоков уже не было. Я туалет посмотрю пока что. Давай. Блин, сзади там вообще дофига смоков. А, вижу перебегающего, он за туалетом сзади у нас. Прям за туалетом. Вот ближайший туалет, он за ним. Либо он за деревом. Давай я зачекну, ты этих чекайзи. Ты хочешь на тачке? Выйдут, а, ну давай. Не, они выйдут еще. Да они не отдадут его. Идет, они прыгают. Свой минус.
Все, остался лаз сзади. Ты хочешь с ним затемиться? Я просто забатился. А, он за деревом стоит. Блин, у нас термит. 31 кильчик есть, можно поесть, да, вообще нормально. Так я только 18 киллов сделал на этом, на Stranger Town, ты прикинь. Только 18 киллов там. Еба. Нормас. Подожди, у нас 42 килла на двоих. Ой-ой-ой, ребят, обязательно прожимайте свой лайк. Обязательно за эту сочную, сочнейшую катку просто. Это реально офигенная катка. Обязательно прожимайте лайк. Также, кто еще не подписан на канал, тоже обязательно подписывайтесь, пишите любой свой комментарий. Вот. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю вам в первую очередь хорошего настроения, удачи и пока-пока. Увидимся в следующем видео. Ну и по традиции, сейчас будет резкий незначительный каток, поэтому приятного просмотра. Все. Пока-пока. Вырубил одного. Вырубил второго. Хорош. Ты сжег одного. Найс, ешь. Вот это имбовое было. А, окей. Сейчас прыгну. Подожди. Блин, моего бота добил, моего чела добил, прикинь, бот. Я их закрыл всех. Бот, блин. А нет, это волк. Там баги? А, нет, там чел соло бежит. Давай, давай, велик посадим. Я ему попал по нему. Выбил. Они перевернулись, давай загнем. Да, вижу, вижу, вижу. Блин, одно хп. А один под РБшкой остался. Нет, не взорвался. А, под танком чел. Вырубил? Под танком. Можешь. Давай, садись. Можешь заехать, я посмотрю. Окей, 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 давай. Он под сеном, да, стоит? Под сеном стоит. Перебежал за там. Окна. Баги, баги едет, баги. Одного нокнул, и другой в баге сидит, лок пэшн. Разбился. Слизь. Там чел нокнулся от падения на баге. Прямо перед нами за забором. Да, вижу. Сейчас нокнут на баге. Вырубил. Хорош. Цена. Покласс от этого. Можем запушить. Подожди, я коктейль, туда грею. Убил. Убил последнего. Лучше. Главное, разобрали их. Да, вообще красиво, забей. Сейчас разворот этого я сглашаю. Просто забей.